во-первых, то, что убежал мэр Костусев, мэр в кавычках, это, конечно, была надежда на то, чтобы хоть что-то с его побегом в городе изменится. Но сейчас вот после того, что вчера, в принципе, абсолютно мирный митинг, который гарантирует Конституция, разогнали, знаете, это просто как-то даже неловко за все то, что творится. А по сути, это чистое нарушение конституционных прав. Я думаю, что люди это понимают, и опять-таки это идет не на пользу тем, кто это делает.